Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Tecnocamon 18. И сейчас мы разберемся, как включить блокировку приложений на данном устройстве. Итак, блокировать приложение мы будем отпечатками пальцев и графическим ключом. Мы переходим в настройки, в раздел «Безопасность». И нажимаем вот здесь «Блокировка приложений». Вводим графический ключ. Потом пишем ответ на секретный вопрос. Нажимаем «Выполнено». И здесь мы можем выбрать, какие приложения мы заблокируем, а какие нет. Допустим, мы заблокируем YouTube. И теперь переходим в YouTube. Здесь мы можем разблокировать как графическим ключом, так и так, идем сюда, давайте заблокируем еще что-то, допустим, галерею. И вот сейчас, когда попытаемся зайти в галерею, нас спросят пароль, но благодаря отпечатку пальцев мы сможем пройти дальше. Что ж, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!